sense. In the beginning, there was the beat. Then it got faster. Finally, the bass music is the trend. Yeah! Bassland Show by DJ Prophet. Every Wednesday on DFM. А я, друзья, всем привет! Диджей Профит у микрофона. Бейсленд шоу каждую среду с нуля. С 23 до нуля. Да. Что-то я по-старым. В общем-то, прошлый эфир прогулял, проболел. Скажу честно, после ВДБ что-то свалило. Сейчас на ногах, в строю, в общем-то, все хорошо. Продолжаем серию гостевых эфиров. У меня на очереди сегодня в студии Ромка Импиш, уже в который раз. В общем-то, Ром, подходи, здоровайся. Всем привет. Да. Вкратце, что сегодня продемонстрируешь, покажешь? Сегодня будем играть свою музыку, ничего там необычного. В микрофон, Ром. Сегодня будем играть свою музыку, которая не вышла. Немного поиграем то, что вышло. Вначале будет осеннее такое настроение, потом в серединке углубимся в атмосферный, глубокий, правильный драм-н-бейс и к концу потанцуем. Окей, в общем-то, в любом случае, все в твоем вот стиле, как ты любишь, как говорится. Плюс-минус. Ну да, типа того. Ну, не совсем то, что играем в клубе. Я представлю, на самом деле, альбом SkyVip и свою невыпущенную музыку со своего альбома, который уже 5 лет никак не выйдет, или сколько там. Чё-то ты затянул, брат. Да, чё-то затянул. Сейчас ещё с логистикой проблемы, поэтому винил не надо. Есть такое, есть такое, да. Я знаю, ты любитель винила выпускать, надо. И у меня, кстати, есть тоже альбом на пластинках. Окей, погнали. В общем-то, ребят, настраивайтесь, лайки, репосты, делайте громче. В общем-то, включайтесь в эту атмосферу, которая будет представлять для нас Ромка Импиш. Я у микрофона, как обычно. В общем, всем хорошего вечера. We'll be right back.
Итак, друзья, 7 октября состоялся долгожданный World of Drum and Bass, который мы не проводили 2.5 года. Конечно же, был состав без иностранных участников. Сами понимаете, почему. Прошел на ура. В общем, все, да, артисты довольны. Я думаю, вы тоже. Практически все положительные отзывы. В скором времени мы выложим запись аудиосетов, да. В общем-то, мы все это дело записывали. Все те, кто участвовал в конкурсе репостов, получили свои призы. Молодцы, ребята, спасибо, так держать. Большое спасибо нашим партнерам, спонсорам компании Cooler Master, да, с которой мы вот именно на этом фестивале мы задружились, сделали впервые такое наше сотрудничество. Очень удачно, все хорошо. Всем артистам большое спасибо, все молодцы. В общем, честно говоря, по голосованию, чей сет вам больше всех понравился, мы с Витей лидируем. Нам очень приятно, большое спасибо. В общем-то, хардкор и вообще наша совместка, она впервые была представлена на фестивале World of Drum & Bass, который посвящен только Drum & Bass музыке, но в качестве эксклюзива, так сказать, и спешл перформанс такой вот мы сделали с Витей вот такой вот делюгу. В общем, было очень круто, и друг друга пообламывали с Витей, как мы обычно это любим делать, различными медляками, и сделали и греблю, и, в общем-то, и слэмы были под лимбис. В общем, все в лучших традициях наших выступлений. Мясо, кач, мощь, драйв, все, что с этим связано. Фотоотчет от Сашки Фантомаса тоже уже валяется в сети. Вы можете наблюдать, смотреть, искать себя, сохранять к себе на жесткий диск, на память, на компьютер, либо просто в телефон, неважно. В общем-то, в скором времени мы сделаем автор-муви. Да, очень клевый, тоже на мощный. Наснимали кучу различного материала. И вот световая картинка тоже. Все это будет прекрасно задействовано и запечатлено. В общем-то, всем еще раз большое спасибо, кто пришел. Ну, а кто не пришел, в следующем, я думаю, фестивале нейропанк, я думаю, по следующий по счету. Вот туда и как раз таки будете намыливать свои лыжи. Напоминаю, у меня в гостях Ромка Импиш. Играет прекрасную музыку, Drum & Bass. С вами DJ Profit, Bassman Show.
Так, Ром, давай, озвучивай. Ну, как я говорил, сегодня играю много своих треков и треков Skyvip. Вот это очередной его бутлег. Не буду говорить на что, потому что нельзя. Ах ты, какой скрытный. Ладно, слушаем эксклюзивы, новинки от Ромки Импиша. Сегодня в целом весь эфир, его подборка вот такая вот. Все новое, все эксклюзивное. Да, очень приятно. Слушаем Liquid Funk и Deep, в общем-то, Drum and Bass, конечно же. Ромыч, иди сюда. Че у тебя новенького? Треки пишешь, продолжаешь все. И почему альбом что-то давно так не выпускаешь? Альбом не выпускаю, потому что много проблем в мире и в стране. И как бы не, сейчас не лучшее время, да. И думаю, то, что ну, выпускать нужно проект на виниле, а с винилом сейчас проблем. Поэтому еще чуть-чуть подожду. А так, вечеринки, Burning Series, раз в месяц, 16 тонн, 4 ноября будет очередная. Но музыку-то все равно не бросаешь, продолжаешь писать. Ну да, вот первый трек, который сегодня включал, это вот свежий, осенний. На неделе можно будет у меня на страничке ВКонтакте его посмотреть, скачать, купить там, и тому подобное. Окей, давай, беги, своди. Окей, слушаем. Импиш, Westland Show.
Играет прекрасная композиция, ой, ты пишешь со Skyvip'ом, называется «Чарли». Ребят, ну, в общем-то, жизнь продолжается, и я хочу рассказать о мероприятии, на котором буду выступать. Это 28 октября в ночь Хэллоуина. Time of Night Showcase, это питерские ребята, питерская тусовка, Том, Time of Night. В общем-то, делаю, да, в клубе «Правда», в новом клубе. Правда, был такой на «Правде» клуб. В общем-то, этот бренд переехал в другое заведение, совершенно новое. Я позавчера ездил туда, чекал звук, смотрел свет. Вообще, в целом, полностью клуб, прошелся по нему, заснял. И я думаю, я завтра выложу 8-минутный ролик обзорный про это заведение. Звук, эль-акустик, ребят, 6 сабов. 8 сателлитов, везде на втором этаже есть подзвучки и так далее. То есть в любом месте, на первом или на втором этаже будет слышно все, все будет слышно. Вот, в общем-то, звука очень много для этого помещения, скажу я вам. То есть двух сабов достаточно будет для того, чтобы его прокачать. Он где-то максимум на 1000 человек. Но там вместо двух 6 сабов. В общем-то, будет прокачивать так, что я, мне ставили звук, и он работал где-то на 1/3. И мне уже было достаточно, то есть мои внутренние органы уже сотрясались, и было так уже, знаете, на грани комфорта. Это 1/3 только. Я не представляю, если сделать еще и еще громче. Это просто там действительно вывернет наизнанку. В общем-то, для драм-н-бейса, для прокачки вот этого жанра вам вполне с головой хватит. Тем более эль-акустик — очень зарекомендованная марка, очень качественная и клевая. Итак, что касается выступлений артистов: Озма, Low Riders, Smokey D, Miss Twist, Паша Нац, Бейс Дила, Original Ninja и, конечно же, я. Да. В общем-то, вот такой вот питерский десант, который я буду разбавлять. Запомните, 28 октября, уже через полторы недели, в клубе «Правда». Новый клуб, находится он по адресу Варшавское шоссе, 26, строение 12. Но в любом случае, если вы забьете в поисковике, он вылез именно вот этот вот адрес. В общем-то, на Варшавке. ВКонтакте официальная встреча Time of Night, нижнее подчеркивание, ДНБ. Да,
Ну и также даже если вы вобьете 28 октября Time of Night, в любом случае выдаст сайт, где можно приобрести билеты. Также и ВКонтакте это тоже можно делать. Representing Simish Recordings. Big up to the DJ Prophet. Hello, this is Camo. And this is Crooked. And you're listening to DJ Prophet. Respect. Let's get away.
Dirty J Book on Bass Baby. What's up, guys? This is Netzka. You're listening to the Bassland Show on DFM for DJ Prophet. It's good to be back in Russia, man. It's good to be back in Moscow. It's been amazing. See you soon. В общем-то, приветы от различных музыкантов и Break Bell, и Netzka, и Bookem, и Camel Crooked. Как дела, Ром? И Брейк был, и Рома был. Нормально дела. А Рома до сих пор здесь, да. Кстати, Ромка сейчас скоро представит свои тоже свежие новенькие работы. Ну, в общем-то, весь сет у него такой, но вот прямо... Сейчас будет рычок, который прям вот буквально в этом месяце сделал. Окей, давай, свежака, Бейсленд Шоу. Пимпиш. We'll be right back.
вот она, свежая фанкуха от Импиша. Называется Нильда. Yeah. Еще раз напоминаю про 28 октября Drum & Bass Halloween Time of Night Showcase в новом клубе «Правда». Osmo Lowrider, Smokey D, Miss Swiss, Pasha Nuts, Bass Dilla, Original Ninja и я, DJ Profit. Конечно же, адрес Варшавское шоссе, 26, строение 12. В общем-то, очень удобная метро Нагатинская. Буквально 5 минут пешочком, и вы находитесь в клубе. Кстати, в следующем летом там планируется сделать, Серега, владелец клуба, летнюю веранду. И, возможно, еще что-то будет на крыше. Но это пока. В любом случае, летняя веранда, летние какие-то тусовки можно будет проводить, чтобы можно было и из клуба выйти на улицу. Либо просто даже будет мероприятие на улице. В общем-то, все это посмотрим. В любом случае, приходите на это мероприятие, зачекать новую площадку. Очень клевая, очень комфортная. Но самое-самое главное и важное для меня лично — это звук, который там стоит. Инсталлировали все, настроили все как нужно. Эль Акустик, 6 сабов и 8 сателлитов.
Этого очень много для этого помещения. В общем-то, всех ждем. Клуб «Правда», 28 октября. Хэллоуин. This is Calix representing Momentum Music, and you're listening to the one and only DJ Prophet. Excellent. Bassland Show. With DJ Prophet. Got me hopeless now. Hopeless now. Hopelessly in love. I care for you.
Новинка от Импиша. Трек под названием «Лив» выйдет у Марки на лейбле и на Ground Records. Yeah. Как Ромка мне прислал трек, также везде его стараюсь играть на тусовках. Ну и когда буду играть здесь на эфире, тоже его здесь пальну, конечно же. Ребят, в следующем эфире у меня будут питерцы, Lowriders и Smokey D. Ура, впервые Baseline Show, поэтому не пропустите трансляцию. Это будет такая предподготовка, предпатийный эфир перед 28 октября. Time of Night в клубе «Правда», Drum & Bass Halloween. Также в следующем эфире, в следующую среду, я буду разыгрывать, конечно же, билеты на это мероприятие. Так что, в общем-то, дерзайте, и можно будет выбрать бесплаточку, проходочку, да.
Дайте шуму, говорит женщина в треке от Импиша. Друзья, в общем-то, мы потихоньку закругляемся. Еще одна композиция, жирная точка, так сказать, финалка от Ромки от Импиша. Да. Ромки спрашиваю, говорю, ну чё, последний крючок, да, сейчас брейка поставлю, просто на вскидку говорю, who got the funk? О, Рома говорит, да, именно его и поставлю. На одной волне, да. Но это не оригинал, это VIP-версия, дабка, и она нигде не выходила. Как она к нему попала, не знаю. Думаю, брейк прислал. Она выходила на флешке, он ее выпустил на флешке, короче, на Фейсбуке.
был такой прикол, то, что он ее вывесил за 40 евро, по-моему. И, то есть я такой захожу, чтобы купить. Там их всего было типа 300. Я такой, пока зашел в PayPal, пока там вспомнил пароль, смотрю уже... У тракториста. Смотрю уже 100, смотрю уже 50. Ну, то есть он, короче, там ляма 2 срубил, походу, на этой... Ляма 2? Ну, я думаю, что да, мы сели со Скайпом, посчитали, там реально типа... Вот, сколько флешка стоило? 40 евро, что-то такое, по-моему. Ну, то есть у них было до хрена, и, то есть они хоп, и все, вот, обновляешь страницу, они типа... Вот, видишь, давай тоже свой альбом так продавай. Да, ну, по ходу дела придется на флешке тоже. Что 5 лет выходит, придется. Конечно, да, сколько можно еще. Да, приходите на Burning Series 4 ноября и купите флешку. Да, акция. Приходи, покупай флешку. Ну, я думаю, флешка-то со скидкой какой-то будет там или что-то. Да, промокод 10% там, типа, DFM, нужно сказать. Ага, все, я тебя понял. Ромчик, тебе большое спасибо. Прекрасный музон, все как ты любишь в твоем, так сказать, стиле. Я надеюсь, что ты тоже любишь такой музон. Да, конечно, да, естественно. Ну, я любой драм энд бейс люблю. Ну, я тоже, в принципе. В общем-то, респект и себя в трек-листик по возможности, потому что много интересных треков от наших парней и своих тоже сыграл. Интересно людям будет знать, как трек называется. Ну, трек-то, как называется, люди будут знать, но на самом деле они-то выходить, по ходу дела, не скоро будут. Ну, неважно, пускай. Ну, хорошо, напишем. Ну, конечно, да, напишем. В общем. Ребят, всем большое спасибо за то, что вы были с нами. В следующую среду у меня Lowriders и Smokey D, питерцы, хе-хей. В общем-то, предпатийный эфир перед 28 октября, Drum & Bass Halloween. Всем спасибо, до встречи! With DJ Prophet.